Итак, всем привет, с вами Дабгай, и сегодня я расскажу об очень сильном эксплойте. Перед тем, как я расскажу, я вам порекомендую подписаться, чтобы не пропускать другие интересные и полезные видео. А мы переходим к самому эксплойту. И, как вы знаете из названия, это телепортация войск. Все еще этому эксплойту, где-то годика 2, наверное, уже, его не пофиксили. Как он работает? Проще всего это показать на Франции, потому что это лучшая ситуация. Здесь десятое укрепление, здесь отвратительные территории для наступления Германии. Но... Если мы телепортируем войска, ситуация же поменяется, верно? Давайте покажу вам, как это работает. Так, мы начинаем войну, переходим за Францию. И Франция нас, допустим, атакует вот сюда. Теперь нам здесь достаточно лишь делать отступление. Поменять направление отступления, кликаем за провинцией. Таким образом, отступают они в эту провинцию теперь. И наша дивизия находится во вражеской. Теперь она остается здесь. Нажимаем сюда остановить несколько раз. И наша дивизия находится теперь в обороне внутри вражеской позиции вот этой вот. Теперь это французы атакуют нас в укрепление. Они еще теперь в нескольких битвах. И это у них проблемы с местностью. Эксплойт дикий, все еще не по фикшн. Но я не рекомендую вам использовать его в мультиплеере, потому что за это, скорее всего, вас накажут прямо в партии. И, скорее всего, забанят, если вы играете с кем-то в Дискорде. Как я и сказал, на этом все. Подписывайтесь, лайк, комментарий, в Дискорд, бусь в описании. Все как обычно. До скорых встреч. Всем пока.